включите. Когда-то моя любовь к Москве, мне научил любить Москву Владимир Александрович Ревзин, много лет директором этого музея. Включите, в пожалуйста. Годах был одним из членов попечительского совета фонда «Хитровка», который, в общем-то, и начинал на Ивановской горке заниматься развитием локального сообщества. Сегодня я расскажу о нашей позиции, о позиции сторонников сохранения Ивановской горки, о том, что требует здесь закон. Практически вся территория Ивановской горки, в частности, полностью территория этого квартала. Ну, в общем, на территории охранной зоны запрещаются строительство и реконструкция, за исключением мероприятий по регенерации исторической среды. И важно, что эти мероприятия должны проводиться в целях сохранения, восстановления, воссоздания исторического облика территории. То есть тут дальше, если нет, то нет. То если эти мероприятия проводятся не в этих целях, то значит, у нас, к сожалению, нельзя проводить регенерацию. Что такое регенерация? Регенерация – это исключительно восстановление, восполнение частично или полностью утраченных элементов и характеристик историко-градостроительной или природной среды. Вот здесь вот это здание Института международного рабочего движения. И вот эта история домовладения, как оно существовало раньше. Мы видим, что вот здесь вот здание Института международного рабочего движения, мы видим, что было на территории этого места в разные годы. Это, мы видим, что здесь, в общем-то, единственное, что здесь можно регенерировать, это садик, который вот здесь вот существовал. Этот садик описан в Тихом Доде Шолохова. Он, наверное, имеет какую-то ценность, если мы считаем, что Институт международного рабочего движения необходимо сносить, необходимо здесь заниматься регенерацией. Вот здесь, ну, зачем же это на самом деле проводится? Вовсе не в целях сохранения и воссоздания историко-культурной среды. Мы видим, что на самом деле здесь кратно увеличиваются все параметры строительства. Мы видим, что общая площадь увеличивается с 4000 квадратных метров до 10 тысяч квадратных метров. Наземная площадь увеличивается тоже практически в два раза. Строительный объем увеличивается в 2,5 раза. Мы видим, что периметр здания он тоже увеличивается везде. Вот здесь вот заполняются, то есть старое здание полностью находится пятне застройки нового. И мы видим, что фактически полностью застраивается принадлежащий собственнику земельный, не принадлежащий, а арендуемый собственником земельный участок. Вот здесь есть элементы манипулирования общественным мнением. Вот здесь вот цитата Алексея Владимировича в «Новой газете». Подобные заявления тоже с указанием конкретного количества метров, там иногда говорилось 1500 метров, иногда 1500-2000 метров. Алексей Владимирович произносил много раз, вот мы видим, что на самом деле это не совсем достоверно. То есть важно сказать, что вот это АГР, вот это архитектурно-градостроительное решение, оно было утверждено 15 сентября. То есть это совсем свежее архитектурно-градостроительное решение вот этого года. Там не когда-то, в 19 году или в 17, оно вот утверждено сейчас, и под ним стоит подпись Алексея Владимировича. Но общая площадь здания 4439, существующего, будущего 10342 метра, наземная площадь 3612, будущая 7000, строительный объем 19766, будущий больше 50 тысяч кубических метров. И мы видим, что застройщик столкнулся с определенными проблемами. Здесь вот ему действительно не хватает жизненного пространства, потому что он вот здесь вот, он занимает пространство и так маленького участка, то есть вот это здание, существующее здание Института международного рабочего движения, оно в свое время было вставлено там практически впритык, он еще больше увеличивает пространство, и ему здесь действительно не хватает пространства перед зданием. И поэтому появляется проект, так называемый, они сейчас называют зоны общественного пользования, и делается это за счет сокращения площадки, детской площадки у Даниловской аллейки. То есть Даниловская аллейка на самом деле называется вовсе не вот этот вот проход, который появился относительно недавно, а Даниловская аллейка называется вот эта вся территория, потому что здесь вот растут вот эти вот тополя,
Собственно, если площадка огорожена заборчиком, можно говорить о том, что этот заборчик недостаточно хорош, наверное, он морально устарел, наверное, можно его заменить, но это не повод отказываться от большой детской площадки в пользу вот этих вот двух маленьких, которые нам предлагают. Но это исключительно для того, на самом деле, чтобы здесь сделать зону общественного пользования, по факту, зону для бизнес-центра. Вот то, что мы назвали, когда мы сказали, что это барно-ресторанная улица, мы имели в виду, там, это не наша фантазия, это то, что Ярослав Иванович Коцуба, переступавший передо мной, нам показал. Он нам передал вот этот вот лист концепции. Сейчас нам вот сейчас они перестали публиковать эту именно концепцию. И мы понимаем, что вот эти вот столики, вот это все на самом деле никуда не денется. И то, что называется помещениями свободного назначения, это на самом деле или там общественными помещениями, как вот недавно сказал Алексей Владимирович, выступая, помещение общественного назначения, на самом деле бар – это тоже помещение общественного назначения. Мы тут также видим, вот такой вот появляется дополнительный объем, и это появляется в том числе и на тех рендерах, которые они показали журналистам 15 числа. То есть мы видим, что вот этот объем, он пристраивается вплотную к памятнику, вот тут вот прямо рядом с пристройкой Чайковского. Ну, это очень странно. И мы считаем, что такое проектирование, оно не должно быть. И здесь мы также видим, здесь и вот на следующем здании, что вот здесь вот свободное место. И ни на каких планах территории вот это место не показывается заполненным. Сейчас здесь стоит то самое здание, хозяйственная постройка усадьбы Юргенсона. Вот здесь вот оно находится, вот на всех планах, которые показывают, несмотря на то, что они заявляют, что они их собираются его сохранить, вот там его нету. Вот как это здание выглядит сейчас, к сожалению, оно выглядит плохо. На нем появились граффити. Вот нынешний собственник, собственно, как я понимаю, один из заказчиков этого строительства, он, ну, собственно, это находится под управлением здания Ярослава Ивановича, если я не ошибаюсь, не так ли? Ярослав Иванович, это ведь под вашим... Это же презентация у вас. Да. Ну, говорите. Хорошо. Вот это здание находится, насколько мне известно, под управлением Ярослава Ивановича, и вот оно находится вот в таком состоянии, то есть его, на самом деле, очень сильно вандализировали граффити. Вот как оно могло бы находиться, это такой очень эскизный проект реставрации Александра Вагаева. Это вот эскизный проект реставрации, как оно могло бы выглядеть. Вот, его снос согласован под видом работ по сохранению объектов культурного наследия. Зачем снос его согласован? У нас есть в акте ЕК, в акте государственной историки о культурной экспертизы, это единственная наша информация на самом деле о том, что делается, это достаточно сложный текст, наукообразный, он непонятный, там нет графических материалов, но мы вот здесь вот прочитали, что в результате обустройства вашего котлована, он у вас очень глубокий, у вас могут получить недопустимые повреждения все ближайшие памятники объекта культурного наследия. Вот для того, чтобы это не случилось, вы планируете устроить из грунта цементных сварей так называемый геотехнический кран. Вот тут вот видно, как это делается. Надо понимать, что в этом месте очень ценная археология, то есть это река Рачка, у которой вот буквально в 100 метрах от этого места был раскоп Сергея Заремовича Чернова, где он нашел, собственно, сельцо под Копаем. Вот часть этого экрана находится на месте шато. Можно ли сохранить шато при строительстве бизнес-центра? Скорее всего, действительно можно. Техническое решение, наверное, можно придумать по другому проекту. Но нужно его обосновать математически, и это математическое обоснование необходимо согласовать с Мосгорнаследием в установленном порядке. Но вот это все, по нашей информации, не делается. Почему мы так считаем? Вот это вот архитектурно-градостроительное решение, где вы подписали это шато к сносу, вот здесь вот видно, шато, вот здесь вот написано «сносимые здания». Значит, 31 августа собственник этого помещения, вот вы представляете здесь агентство по управлению недвижимостью, на самом деле у вас основной вид деятельности,
А собственник этого существующего здания, он подал документы в суд для того, чтобы добиться отмены приостановки действия согласования Мосгорнаследия, как они написали в документах, поданных в суд, для того, чтобы реализовывать свою коммерческую деятельность, то есть реализовывать вот эту вот самую проектную документацию. То есть у меня есть выбор, либо верить собственнику этого здания, либо верить вот другим словам, которые мне говорят устно. И из письма Департамента культурного наследия 25 августа, который мы тоже получили, также следует, что шато будет сноситься.